Так, ребята, вот решил позабавиться такой фигнёю. Вот я покрасил москвичок, отшпаклевал его, да, загрунтовал. Там жидкая шпаклевка, грунт, два слоя краски, точнее, два цвета краски. И вот решил не попробовать ко мне толщиномер использовать в качестве, так сказать, ну, посмотреть, да, что получается, когда шпаклюем, красим старые изделия. Ну, начнем с самого обидного, безобидного, как по машинам, с крыши. Здесь такие безобидные цифры, по 2 миллиметра. Здесь более-менее аккуратно. Ну что, приступаем к самому капоту. Не пробивает. Не пробивает. Не пробивает. Представляете, сколько тут шпаклей? Не пробивает. Не пробивает. Вот, здесь пробивает. Вот такой вот он, лепленный москвич. Багажник. Здесь смотрите, как тоненько, да? Прям как завод. Здесь чуть толще, чем на заводе. Здесь 2 миллиметра. Прикольно, да? 2 миллиметра. 1,5 миллиметра. Здесь нормально так. 800. И завод. Здесь, считай, второй окрас всего лишь навсего. Метр 30. Метр. Мерседес мой приехал, который окрасил. Так. Здесь всего лишь 600. Короче, средний показатель по деревне составляет 600-800. Здесь нормально так. 1600. Самое обидное, это заднее крыло, самое мятое было. 1700. 1500. 900. Два. Семьсот. 1200. 940. А если уткнуть изнутри, там в принципе краска заводская плюс мой грунт. Вот так вот. Сто семьдесят лонжерончики. Восемьдесят пять. Тут уже моя краска плюс грунт. 90. Так что имейте в виду, металл плюс грунт плюс краска дает, в принципе, вот 74. Это заводские показатели классики Жигули. Ничего нового, вот 74 внутри. Здесь вот, короче, голый металл, если мы его померяем.
Сейчас. А, там же загрунтованный. Какой голый металл? Чего я говорю? В общем, такой вот он. Москвич и толщиномер.